Там по Жеревицкому району деревня Савино. Так там цыгане, и там зятям, наверное, семей 15 или 20 было. И все заживо бросали. И заживо не продали. Кольца серьги снимали, да, трусы. Да. Ребятишек прям бросали. Живых даже копали. И дальше же земля так и поднималась. Это опасно было видно. Это опасно. Савино называлось, да, деревня? Это уже нам говорили. Савино. Савино. Нам уже говорили, Лишка это русские, которые зарывали. А так мы их видели, так и мы не были бы живы. Полицаи меня поймали. И меня пригнали, столивали в дно. Там же был сам хозяин, был немец, генерал. Ну, плетки маленько пощебал. Ну, говорит, Юда, еврей. Говорю, я цыган, а не еврей. Ну, подержали недели две. Я с работы опять сбег. И по сегодняшний день остался живой. Да. Так вы несколько раз от немцев убегали, да? А вот второй раз. Второй раз так и остался живой. А еще не знаю, как стреляли. У нас там был под Толебли, 700 человек было в плену. Мужчины там были только или женщины тоже были там? Да, там одна секция была женщин, а вторая секция мужчины были. Лагерь был разделен, проволока. Цыган много там было? Два цыгана было. Два. Да. А расстреливали при вас кого-то немцы там? Расстреливали. За что? За побег. За побег. Два пленных убежали, и пять человек еще за ним пошло. Их собакам поймали. У них были собаки в чёрте. Их догнали, привели и в строй поставили и расстреляли. Нам знак давали, шорох нам давали. Но вы все равно решили бежать, да? Да, куда здесь. Мы видим, так и так нам гибло дело было. А так, доченька, жили мы на хуторе своем доме. Отец мой землю держал. Потом староста съелся на батьку, что батька дал русским поесть. Они узнали и прислали к нам отрядчиков. Прислали к нам, а нас и отбили. Говори, правда, где партизаны? Ну и ладно, теперь они и говорят, одевайтесь нам, мы вас заберем. А у меня четверо было вот внуков, маленькие. Они с маленьким мы не взяли. Так и осталось. Как осталось, они уехали, поболели эти партизан, эти немцы. И сразу мы уехали к этому, к братьям. Мои братья были этим партизаном. Я к братьям и уехала. Цыгане были партизане? Да, я с братьям и воевала там в партизанах. А что вы делали? А, и варила. Да. Картошку чистила. Да, партизанам. Вот так. А они что делали? А они ходили и стреляли, и дороги все это. По дорогам. А это был цыганский отряд или там русские тоже были? Не, русские. И цыгане тоже, да? И цыгане были. И братья сами пошли воевать против немцев, да? Сами пошли, да, к партизанам. Там была партизанщина. Да, за Пожирийским районом. Спасаться-то надо было. Слава к немцу-то мы не хотели идти. Да, да. Приехали немцы, нас штабом забрали. Всех забрали и перед собой. Они на машине, а нас на лошадях. Повезли. Отец хотел в озеро с нам кинуться, с телегой, с конем, со всей палочкой. Хотел в озеро нас. Сам затопиться и нас хотел затопить. Говорит, все равно расстреляют. Ну вот, а сусед русский заметил, что ты хочешь сделать. Семью показнишь, сам себя показнишь. Говорит, что Бог даст, не делай никого. Едь, говорит, перед нами. Ну вот, поехал. Поехал, миленькая моя, мы так это в озеро проехали. Проехали, и он спас нас, этот мужик. Ну, забрали в нас, миленькая моя, забрали и нас повезли. Повезли в нас, в Винск привезли. А мы крохотненькие, что мы были? Мы крохотненькие, что мы были?
Нам кто дело требует? Ну. Вот, миленькая ты моя, и нас туда. Батьки, на копы. Ну вот мы роемся лопатками, мы есть-то хочем. Мы же голодные. Батька-то видя на нас, плачет, что мы голодные, стоим перед ним и плачем. Дети, ройтесь, а то нас расстреляют. Пап, мы не можем. Мы-то уже девятилетними была я, порядочненькая. Пап, мы не можем. Да что ж, расстреляют нас. Хоть потихоньку, хоть так, ради глаз, копайся. Ну вот роем, а саму плачем, стоим, есть-то хочем. А я-то ничего не сделать. Ему жалко никого не сделать. Ну не сладкая жизнь была. А спасибо. Я мне с хорошим ничего не дал, особенно цыгане. Щебал, да, стрелял, щебал. А мы как-то уцелели, не знаем. Да. Все погибли, родные, все погибли, считай. Нет никого, корень нету. Кто еще кочевал, тот сохранился. Кто своим домами жил, тот все... Не, кочевал, кто кочевал, тех в Терёжу взяли всех. Ну, многие спаслись. Многие, ну, тихо, Перёжа, а нас... Они, кочевники, старались, где немец, там не находиться. В 42-м году нас забрали с домов немцы. Везли первого в Салашпильс. А когда? Не, Моглина. Моглин. Моглина. Забрали нас у Моглина. С Моглина в Салашпильс. Угу. Это в Латвии. Это до Латвии. Да. А потом персарафоры три немецка. Один, угу. Находились целого... Было конвою, один до побуты, кричам буты. На немцынца. Щебали, кончинья помари, бы нам борша дуй, а не борш на попаям. Освободившись того сусфори, а сама она освобождала мону жуков. На и сарусус, коновьям, кара, кона. Да тхахия, дутхэ. А сама буты кричам? А кричам мы подава, подрома. По линии, ага. По линии кричам буты. И да, и мы, пханя, сары кричам буты. По конвою кричам бута мы. Не. А да, до тхода немцы до схачья, схачкирка до климатурия дадес. Не. А когда из подхода? А за них хайдям уже, сару розмар, да, мы да на них хараничи, нас и самым бы. Не шла индям по... Погрызали на корням буты, кай заставляли, идут, качавали, а потом указывали. Ну, индям саба венглы паскиры, хроры, и индям. В этой Польше я помню. А дружил я с пацаном. А я, он цыган был, а он польский цыган был. Не российский. Поляки, си, да? Польский. А он тоже маленький был. И вот мы на нары бывало, каждый человек на свои нары должен, а мы до границы рядом, лескирь нары имею. И спать, как ложимся, холодно, мерзнем ночью. Одеялы тоненькие эти, ватных нет, я не знаю. А в кого рубашка, а в кого безрукавка, а в кого майка? Вот, друг к другу притязим, да, все, поближе. Валетиком. Да, и нам теплее. Теплее, конечно. А я этот, как его, ну, дневальный ходит, я же заметил, что мы опять спим. Раз, разгон. Рось, и все. Вот несколько раз. Один раз взял, надо же такого, а мы же небольшие с ним были. Вот, клюкой его подцепил, а нары у нас трехъярусные были. Трехъярусный. Первый, второй, третий. За этими штатами. За перку его и меня. И к нары подвесил. Вот пролечь какой. И без еды оставил плюс. Это наказание. Уже все поели, что там и было. Мы так остались. А там была помойка. Не плантация, а помидоры за проволокой. И вот как мы с ним за эту проволоку залетели. Перешли, она перекрещена, колючая. Зашли, нарвали, и сюда напихали, и едим сразу. А вон пхана. Вот не помню, то ли он зацепился за проволоку, то ли я. А попки-то стоят.
А там так яма помойная стоит, бетонированная, и туалет рядом. Он не поленился, слез оттуда, пришел, отцепил нас за шкирку и умывальник под холодную воду вымыть. И без обеда теперь. Обедать нечего. Понимаешь? Ну что ж. Помидоры. У нас комендатуру. Там по 15 штук нам сыпали. Дети, господи. Да, по 15 штук. И без обеда опять гуляем. Куда идти? Вот мы уже в эту помойку. А там помойки в яхте. Видишь, какие умные они. Налита половина ямы дегтю. Дегтю, чтобы они кидали туда, и никто не брал бы. Я была бы вытянута. Она большая, эта яма. Народ может отравиться туда. Ну и достаем, то корки, то это зубки валяются, достаем. Пока довалились, мы обои с ним летели в эту яму. Да. Опять нас вытащили. Вытащили опять мыть. Надо одежду другую давать. Она вся наскрозь черная. И без ужина оставили. Так мы с ним отмотались. На второй день только. А миска давалась нам вот такая большая. И вот баланду. А баланду вот такая по орешке. Крышечка возьмут. Вот так. А миска огромная. Но она размажется. Без ложки, без всего, раз край. Хлеба нет, без хлеба. А утром что нам давали? Кусочек такой булочки отрежут. Вот примерно вот такой. Так, и вот как ее еще разрезать? Что возьмешь вот так, ложку положишь, она насквозь светится. А кому попадет, это горбушка называется. Да, с коркой. Я сегодня с красивой скоркой попал. Жить нечего, не важно. Baby.